Где же мне искать ключ-карту? Сталкеры, внимание! Идет выброс. Повторяю, идет выброс. Советую всем срочно подыскать укрытие. Сталкеры, внимание! Выброс начнется с минуты на минуту. Ищите глубокую нору, если жить охота. Thank you.
Ромой, прием. Это Крамер. Слушай, старик, я знаю, ты сейчас в городе. Нужно поговорить. Ух ты, Крамер. Да, давненько мы не виделись. Я был в прачечной, спрашивал про тебя. Сказали, ты на задание вышел. Ну что ж, раз ты вернулся, буду рад нашей встрече. Ну, Крамер, слыхал я про этот твой артефакт. И про то, что всех сталкеров в лагере перебили. Да, дело, конечно, дрянь. Знаю, ты ко мне пришел, чтобы спросить об этом. Вдруг я чего знаю? Когда-то я столько лет здесь отработал, а про лабораторию первый раз слышу. Да, пути раз.
Удачи тебе. Будь осторожен там. Крамер? Снова ты? Ты же обещал. Черт. Ладно, выбора нет. Пошли со мной. Кое с кем познакомлю. Если Ремарк узнает, что ты пришел за артефактом, он тебя убьет. Так что помалкивай и не говори ничего, пока не попросят. Окей? Лилиана. Зачем ты привела сюда посторонних? Он же... О, нет. Ремарк же убьет нас, если узнает о нем. Вот, знакомься с профессором. Что за... Эй, Крамер! Здравствуй, Крамер! Не ожидал моего визита. А, ну и понятно, да никто, кроме тебя, меня не видит. Поразительно, правда? Этот мир вот-вот станет моим и твоим. А, ничего не понимаешь, верно? Еще придет время. Не волнуйся! Смотри, Лилиана, он приходит в себя. Пришел в себя. Фух, ну и напугал ты нас. Ты целые сутки был без сознания. Что произошло? Я и друганы мои прорвемся.
это ты во всем виновата, Лилиана. Если бы ты не позвала его сюда. Может, этот Ремарк оставил какие-нибудь следы в лаборатории? Thank you.
Принеси то, что потеряно. Что это значит? Что принести? И главное, куда? Что за бред? Слышь, сталкер, как тебя там? Крамер, да? Что из лаборатории вынес, м? Давай-давай, складывай оружие, поднимай свои культяпки и артефакт гони. Мы прекрасно знаем, что он у тебя. И может быть, мои люди не будут тебя сильно мучить. Записки. Искать это что-то нужно в порту. Черт, да чем я занимаюсь?
Достало. Как меня все достало. Да чё ты топ? Удачи, Крамер. Привет, Крамер. Привет. Удачи, Крамер. Вот такое знает кто? Один сталкер у другого спрашивает. А знаешь, какая машина самая сталкерская? Нет, отвечает тот, какая? Ну? Запорожец. Почему? Да все просто. Надежная как-то. И багажник спереди. За хабаром удобно присматривать. Новичков нынче как собак нерезанных. И все они... Да. Почему? Да все просто. Надежная как-то. И багажник спереди. За хабаром удобно присматривать. Пить как охота. Квасом сейчас.